Первая и единственная в мире государственная платформа социальных выплат. Проходи регистрацию и получи первый бонус 5000 рублей на первый депозит. При полной поддержке федеральных властей и ведущих банков страны. Год от года объемы инвестиций «Газпрома» увеличиваются. Масштаб программы растет. Сегодня инвестировать в национальные природные ресурсы просто как никогда. Алексей Миллер рассказал, сколько россияне уже вложили в российский газ. Объем инвестиций «Газпрома» — это 334,4 миллиарда рублей. Национальная программа «Газпромбанка» принесла вкладчикам более триллиона рублей дивидендов за последний квартал. В планах правительства сделать так, чтобы россияне в период кризиса ни в чем не нуждались. Необходимо защитить интересы людей, которые вкладывают свои деньги в рынок ценных бумаг. Но при этом не являются, конечно, профессиональными инвесторами. Чтобы стать инвестором, нужно заполнить форму на сайте «Газпромбанка». Зарабатывайте, начиная с сегодняшнего дня. Проект, который уже изменил жизни миллионов людей в нашей стране. И то ли еще будет. Дочь супруги. Она проверила по компьютеру. Мне сначала показалось, что там 61 тысяча. Ну, 61 – это такое достижение. При наших зарплатах 61 – это очень много. А да мы приехали, дочь посмотрела по компьютеру. Там 611. 3 дня не спал, колотила. Чувство свободы, чувство независимости, но, грубо говоря, финансовой независимости. Все, что хотелось, то мы и взяли. У нас появилось еще больше планов, чем было до этого. Потому что я, конечно, не такой стратег, как супруг. Это приложение. Но первая реакция была, конечно, что это они нас разыграть решили. Они говорят, да ладно, обманываете. Нет, серьезно, показываем телефон. 1 600 000. В апреле месяце пополнения у нас родится сын. И уже потом будем заниматься жилищными вопросами. То есть покупать квартиру побольше. Туда и потратить. Был подписан указ об открытии государственной инвестиционной платформы совместно с компанией «Газпром», в которой каждый гражданин России может инвестировать на этой площадке и умножать свой капитал. Особенность этой платформы в том, что гарантом выступает государство и гарантирует, что никто не останется без прибыли. Крупные компании сегодня занимаются этим, занимаются успешно, причем во всем мире. Объем инвестиций составляет 950 миллиардов рублей. Этот проект призван увеличить качество жизни россиян. Первые участники данного проекта поделились своими успехами заработка на платформе «Газпром». А вот это вот счет мой. 250 тысяч рублей в Сбербанке. И это счет только лишь за последнюю неделю. Я наткнулась на просторах интернета, на платформу «Газпрома». Платформа все делает сама. Не нужно ходить на работу, да, не нужно что-то учить. Платформа все делает сама за себя. И днем, и ночью я думала, как мне уехать в город, как мне это сделать, так вот, ну, чтобы получилось. В итоге у Людмилы Щукиной не просто получилось переехать, а и купить собственную квартиру. Благодаря платформе «Газнефть». Сын Юрий, внук Егор. Квартиру я люблю. И, соответственно, мне нравится, я счастлива. В принципе, что я хотел, то я и получил. Зарегистрировавшись в платформе «Газнефть», Людмила начала получать 55 тысяч рублей в неделю от продажи газа и нефти на бирже. Со слов Людмилы, многие россияне также могут присоединиться к платформе. Семейство Щукиных вспоминает, как держали первые деньги в руках. Вот на мое. Вот это была радость внутри у меня. И я уже спокойно стал за родителей. И уже все, они уже могут жить уже для себя дальше. То есть уже вполне воплощать уже какие-то свои дальше мечты, что-то купить, где-то отдохнуть. Уже чувство свободы появилось. Волнуетесь? Да уже почти все прошло. В смысле прошло? Все только началось. К такому количеству нулей, кажется, невозможно привыкнуть. Но придется. Семья Догоровых, как и многие россияне, заработали такие деньги с помощью «Газнефть». Следующая цель – 500 000 000. 5 миллиардов. 500 000 000. 500 миллионов. Самая обычная семья. Он слесарь на заводе, она гардеробщица в спортивном комплексе. Мы простые люди. Обычная рабочая семья. Мы не ожидали... Просто так получилось случайно. Случайно увидели рекламу «Газпром», где, присоединившись, граждане могут зарабатывать на газе и нефти без знаний и опыта. Семья Догоровых уже думает, куда потратить следующую выплату. Купить хорошую квартиру. Купить дом. Я себе куплю катер. Все больше россиян присоединяются к государственной платформе «Газнефть». Достаточно пройти простую регистрацию на сайте «Газнефть» и ответить на звонок представителя компании «Газпром». Сколотил себе состояние. Потом он сколотил целый дом для своих родителей. Потом он стал обеспечивать всю семью. Поскольку действительно хорошо зарабатывает. Как? Я смог купить своим родителям дом. Более 200 тысяч рублей за неделю. Сейчас я вам покажу мой счет в Сбербанке. Купил дом родителям, который стоил более 2 миллионов рублей. Меня зовут Осколков Андрей Валерьевич. Мне как бы нечего скрывать. Можете сами посмотреть мой паспорт. Вот он. Я не какой-то трейдер-финансист. У меня нет никаких схем, никаких выигрышных стратегий. Просто 3 месяца назад я случайно нашел рекламу программы. Программа настроена так, что она делает все за вас. И эта программа, она мне принесла более 200 тысяч рублей за неделю. Вам абсолютно для этого ничего не нужно делать. Учить какие-то книги, вдумываться в настройки, в акции. Вам этого ничего не нужно. Программа все сделает сама.
Владимир Путин подписал указ о национальном достоянии страны. Теперь каждый житель Российской Федерации может получать дивиденды с продажи природных ресурсов страны. Во время закрытого совещания Путина с Миллером был подписан указ об открытии Газпромбанка. Теперь именно вы будете получать проценты с продажи газа и нефти. Чтобы получить свои дивиденды, уже сегодня переходите по ссылке под видео и оставляйте заявку. Правительство России выполнит все обязательства в социальной сфере. Россиян ждут еще большие дивидендные выплаты в конце 2021 года. На это повлияли сразу два события в энергетике. Запуск «Северного потока-2» и подорожание газа на международном рынке. Президент поддержал наше предложение, и средства начнем перечислять уже в понедельник. 175 тысяч россиян уже получили выплаты в среднем по 34 тысячи рублей. Деньги будут переводиться на ежемесячной основе на счета пользователей «Газпромбанка». Те, кто не пользуется услугами банка, получили возможность создать персональный торговый счет на официальном сайте программы для заработка. Переходите по ссылке, чтобы создать личный кабинет и зарабатывать на ресурсах страны. Запасы газа «Газпрома», вы знаете, они являются самыми крупными в мире. Обеспечить рост реальных доходов граждан, восстановить его и обеспечить дальнейший рост. Более 500 тысяч россиян уже воспользовались подарком государства и ежемесячно получают пассивный доход для повышения уровня своей жизни. Переходи по ссылке и присоединяйся к платформе. До сих пор не верится, но, как видите, мы купили дачу, заплатили кредит за машину, а также съездили с дочкой во Вьетнам, отдохнули. Запустил онлайн-платформу для заработка по поручению президента. Программа ориентирована на рядовых жителей страны, чтобы позволить им начать торговать ресурсами страны на международной бирже. Цель программы – повысить уровень и качество жизни в стране. Тысячи жителей России уже зарабатывают от $150 в неделю. Чтобы начать торговать, не нужен опыт или специальные навыки. Доступ открыт каждому, кто хочет иметь пассивный доход. Жмите кнопку подробнее, чтобы зарегистрироваться и начать зарабатывать уже сегодня. Совет директоров предлагает выплатить рекордно высокие дивиденды. Общий объем дивидендных выплат 393,2 миллиарда рублей. Я пришла в программу 2 недели тому назад. Конечно, очень переживала, думала, вдруг это обман, да и муж меня не особо поддерживал, но я решила рискнуть. И, как вы понимаете, мой риск оправдался. За 2 недели я заработала $2690. Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах для нуждающихся слоев населения. Они не так часто ездят за границу, они не покупают дорогих машин, не приобретают там каких-то дорогих вещей, премиум-класс. Государство должно предпринять прямые шаги поддержки. Для реализации госпрограммы «Газпромбанк» запустил систему, которая позволяет зарабатывать от 20 тысяч рублей в месяц на растущих ценах на газ. Ожидается, что данный способ изменит подход населения к пассивному заработку. Я уверен, меня правительство услышит. Более 1 миллиона клиентов уже воспользовались преимуществами программы и смогли отложить средства на будущее. Чтобы стать участником программы, нужно зарегистрировать персональный счет на сайте Газпромбанка. За 2 недели я заработал 145 тысяч рублей. 145 тысяч! Это моя трехмесячная зарплата. Однажды, листая Facebook, я увидел новости от Газпром. Там говорилось о том, что они создали платформу, где обычный человек может торговать ресурсами газ, нефть. Рассказал жене, она смеялась. Но до тех пор, пока я не открыл Сбер и не показал ей баланс. Я вообще ремонтирую стиральные машины. Раньше этим и зарабатывал только. Там персональный менеджер грамотно помог во всем разобраться, и я все понял меньше, чем за 10 минут. И ни разу не пожалел об этом. Теперь советую всем своим близким. Как говорится, за спрос денег не берут. Сын не поверил, я танцевала по всей квартире. Мы поверили только тогда, когда мы уже получили заветный приз. Главный вопрос – улучшение жилищных условий. Не все обстоятельства складывались в нашу сторону, скажем так. Это такой подарочек. Нам пришелся как раз нельзя кстати. До свидания. Но точно знай, что вернусь, пусть даже через 100 веков, в страну не дураков, а гениев.